Сегодня в программе. Просто убери посуду, вынеси мусор. Нет, он постоянно все игнорировал, все в штыки. Занимался только своими самолетиками. Юрий Кочкин требует развести его с женой Натальей, потому что супруга не разделяет его ценностей и интересов. Наталья объясняет суду, что мужа сбила с толку его любовница, Евгения Парамонова, которая внушила Кочкину, что он непризнанный гений. Юрий категорически отрицает роман с Парамоновой, но продолжает настаивать на разводе. Ваша честь, мне кажется, это несправедливо. Ведь по закону, когда женщина беременна, муж не имеет права с ней развестись. А почему закон не действует так же в отношении мужчин? Когда 2,5 года назад Марина выходила замуж за Валентина Краснова, она считала, что вытащила счастливый билет. Семья Валентина живет в центре Москвы в 6-комнатной квартире. Правда, квартира эта принадлежит дяде Валентина, композитору с барскими замашками, и все члены семьи у него в услужении. Не желая становиться прислугой, Марина подает на развод. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кочкина Юрия Ильича Кочкиной Натальи Валентиновне о расторжении брака. В браке прожили 21 год. Имеется совершеннолетняя дочь Анфиса, ей 20 лет. Имущественных споров нет. Ответчик иск не признает и также возражает против расторжения брака. Юрий Ильич, скажите, почему вы хотите расторгнуть брак? Супруга совсем меня не уважает, не ценит, постоянно меня оскорбляет. Да что ты сочиняешь? Да что сочиняешь? Постоянно рассказывает, что руки не оттуда растут, то есть то-то не так лежит, это не так лежит, это не могу сделать и так далее. Мне надоело, я просто хочу развестись уже, и все. Дочь у нас уже взрослая, уже учится, работает в Москве. 20 лет назад она совершенно не обращала на это внимания, да, и все было хорошо. А сейчас почему-то ее во мне ничего не устраивает. Поэтому прошу вас, разведите, вот есть заключение брака, да, наше, и все. Оригинал передайте, пожалуйста, через пристава. В чем проблема, расскажите, пожалуйста, как вы жили? Как жили, вы познакомились? Хорошо. Все это время жили хорошо. Познакомились мы просто гуляючи в парке. Гуляли, познакомились. Потом как-то интересы наши совпали. Ей нравилось то, что я занимаюсь авиамоделированием. Потому что я в кружке авиамоделирования, да, и мне это нравится. Я живу этим. Это мое, я инженер. Все ее устраивало. А сейчас, в последнее время, ее ничего не устраивает. Она дочерью даже не занимается практически. Дочь у нас, у нее болезнь дислексия. Дислексия, даже уже болезнь забыли. Дислексия. И мне приходилось дочерью заниматься домашними заданиями. Но так как ей плохо давалось читать домашние задания, я увидел, что у дочери, кстати, она воспринимает хорошо это на слух. И поэтому я по несколько раз в день дочери домашние задания читал, читал, читал. Жена при этом вообще не принимала никакого участия. Ну, и... конечно, прям совсем не принимала. Да, не принимала, потому что я дочерью занимался. Ты только меня могла. Пилила, пилила, пилила. У нас большой участок. И я помогал ей по хозяйству постоянно. То есть все, что мог, помогал. Ее все равно это не устраивает. Я сам из... какой-то там современной зажиточной семьи, да, где у нас не принято там забивать молотком, там гвозди и так далее. Ну, не привык я это, не умею делать. Я умею то, что я делаю, да, авиамоделирование, это мое, это я родное, чем я живу. А ее это не устраивает. Ну, не устраивает, поэтому я хочу развестись, и, как я повторюсь, дочь у нас уже в Москве, взрослая, уже ничего не держит меня в этой семье. Ну, все равно непонятно. 20 лет вы жили, 20 лет как-то вы справлялись с домашними обязанностями, делили их, кто-то помогал, и вы что-то делали, и ваша супруга что-то делала. И вдруг сейчас вырастает ваша дочь, и вы говорите, нет, вот я ее ни в чем не устраиваю. Есть какая-то, наверное, еще причина, которая побудила вас пойти в суд? Ваша честь, не хотела я об этом говорить. Нет, да, уж есть. Давайте, все выкладывайте. У моей супруги есть любовник, и вот пускай она к нему катится, живет либо на его территории, какой либо любовник? Ты своим родителям. Пеленой объелся. Ты что, ничего с головой я не объелся. Не думал, какой любовник? Свою. Начинает сочинять уже. Из моего дома, давай, из моей квартиры, вот к любовнику. С какой стати так, нет у меня любовника? Подождите, давайте не превращать все в брань. Мы
сейчас по порядку разберемся. Высказался истец, теперь предоставим возможность ответчику. Наталья Валентиновна, вы можете изложить суду свою позицию. Ну, Ваша честь, сразу скажу, что муж врет все про любовника. Ничего я не вру. Любовника у меня никакого нет. И разводиться я не собираюсь. Я всю молодость ему отдала. Тащила и дом на себе, и его, и дочь тащила. Да ты не ценишь, не уважаешь меня. А сейчас я должна в Кострому возвращаться. С какой-то стати. У нас были разделенные обязанности. То есть я работаю, на мне держится дом. Но он занимается с дочерью. Да, он хороший отец, он всегда с ней занимался. Я ничего не говорю. Но хоть элементарные-то обязанности у него по дому должны быть. Посуду там помыть, мусор вынести. А я тебе не помогал, не мыл. Я же не прошу его там садиться на шпагат или делать сальто-мортале, или ходить по колючей проволоке. Просто убери посуду, вынеси мусор. Нет, он постоянно все игнорировал, все в штыки. Занимался только своими самолетиками. Да это не самолетики, это авиамоделирование. И ты знаешь, что я инженер и победитель очень больших международных конкурсов. Ну, тогда пригласите помощницу по хозяйству для жены. Тогда она отстанет от вас, и будет у нее помощница. Они будут вместе заниматься хозяйством. Ваша супруга тоже не справляется, ей тяжело. Она просто не хочет, Ваша честь. И потом, почему ты дома не инженеришь? Ничего не делаешь. Вон, обои даже поклеить не можешь. А я, между прочим, два года тебе просила покрыть крышу гудроном. Да потому ты, что крыша Наташа, протекает. Ты определись. Либо ты ко мне претензий не имеешь, так, либо ты хочешь, господа, чтобы я гудроном. Господа, господа, это не взрослый подход к делу. Есть жизнь, есть быт. Вы не первый день живете. Вы понимаете, что по хозяйству делать надо. И уже извольте это разделить. Все обязанности. Вопрос в другом. Ваш супруг утверждает, что у вас есть любовник. Объясните это суду. Это у него появилась любовница. Кто у него? Полгода назад бабища с губищами охмурила его, окрутила, а он, дурачок, уши развесил, цитирует ее постоянно. Вот Женечка то сказала, вот Женечка это. У него крылья, вы, видите ли, выросли. Потому что ты меня не ценишь, как он меня ценят со стороны. Он решил начать заново. А сейчас... И главное, на меня все спирает. Это у него любовница, а не у меня. Это не любовница. А кто? Это знакомая, тебе? Пока знаю, что знакомая. У самого есть. Вы связь на стороне отрицаете. Конечно, отрицаю. Вашей это стороны супружеской измены нет. Конечно, нету. Да, это пока знакомая, нет. Пока знакомая. И Ваша честь, я прошу вас вызвать свидетеля, нашу дочь Анфису, да, она пускай подтвердит про любовника мужа, супруги и про то, как мы жили, да. Как она отвергала Хорошо. Нас. И так... Хорошо, Кочкина Анфиса Юрьевна приглашается в зал суда. Кочкина Анфиса, да. Пройдемте в зал суда. И не зачем тебя, сам завелся, я пасть на меня все спирал. Никого я не заводил. Я знаю. Здравствуйте, Анфиса Юрьевна. Вы являетесь дочерью. Ваш папа и мама расстаются. Понятно, что вам это непросто. Тем не менее, вы поддерживаете отца в намерении расстаться. Почему? Да, это действительно так. Я действительно поддерживаю и очень хочу, чтобы вы как можно скорее их развели, потому что они меня оба уже очень достали. Ну а почему? Объясните. Ну, смотрите, мама мне по 100 раз на дню названивает и жалуется на отца, а в последнее время вообще мне весь мозг проела. А вы сейчас где живете? Я в Москве живу на данный момент. То есть вы уехали из родительского дома, самостоятельно проживаете в Москве и учитесь, да? Да, да, и тем не менее, вас беспокоят еще и родители? Да, потому что мама мне названивает, жалуется, говорит, что отец у нас типа тупой, а эта баба его охмурила. А Евгения Петровна, между прочим, вовсе не баба, она очень красивая женщина. И очень здорово, да, и очень здорово мне помогла, потому что у нее везде... Чтоб ты под ногами у нее не мешалась, естественно, отправила тебя в Москву. Ну, мешалась, не мешалась, а тем не менее, у нее, потому что везде там какие-то связи. Это она мне, кстати, посоветовала школу вот эту стилистов, в которой я сейчас учусь. И она мне помогла и попасть в нее, и комнату в общаге мне выбила. А моей матери вообще, ей никогда не интересно было, как там, что, как я поеду в Москву, где я буду учиться, как я буду учиться. Да ей плевать. Не стыдно тебе такое говорить? Я всегда тебе заботилась. Ее просто бесило, что я уезжаю, она мне сказала,
Ну, раз ты не хочешь меня слушать, живи как хочешь. Ну, она, знаете, ей вообще плевать на чужие мечты, на чужие желания. Ну, очень токсичная женщина. И на меня тоже. Типун тебе на язык, Анфиса. Да разве? На папу тебе всегда было плевать. И вообще, ты и на меня говорила все время, что типа я дура тупая и учусь плохо. А я нормально училась. Это, кстати, спасибо папе. А что, в вуз не поступила? Ну да, не поступила. И что? А кому сейчас нужен этот вуз, как говорится? Я скоро буду стилистом у звезд на телеке работать. А стилистом на венике ты будешь Подождите, работать. Подождите, вопрос в другом. Вот что ты оскорбляешь, Анфиса Юрьевна, вы желаете, чтобы ваши родители расстались только для того, чтобы у папы возникли отношения с другой женщиной, которая вам помогает, которая содействует вам? Ну, как вам сказать? С одной стороны, да. Мне бы очень хотелось, чтобы у него с Евгенией Петровной все получилось, потому что она потрясающая женщина. Но и в то же время, как бы, я не совсем понимаю, зачем им быть вместе? Потому что, ну, мамы всех уже просто достало. Ну, невероятно. Вот видите, значит, он не изменяет на самом деле. Да не изменял я. А делает этот фарс. Евгения Петровна пока моя знакомая хорошая. Пока знакомая? Да. Я в этом очень сомневаюсь. Почему-то Анфиса думает, что у вас с ней все получится. Значит, она что-то знает? Анфиса? Ну... Как? Я вообще-то думала, что у них там все на мази, потому что когда Евгения Петровна помогала мне в комнату заселяться, она мне сказала: «Анфис, ты не благодари нас, пожалуйста, я скоро с тобой одной семьей буду, так что вообще не переживай». Ну, я, кстати, обрадовалась, потому что Евгения Петровна чуть ли не единственная взрослый человек, ну, кроме отца, который меня поддерживает. Потому что матери плевать и на меня, и на отца. У нее уже давным-давно роман с другим мужчиной. Конкретно там... Каким? С Жориком. 5 лет ты уже с ним там что-то кур-кур, мур-мур, не стесняясь. Это ты что-то рассказывала, что нет ничего у тебя? Какой роман, доча? Угу. Это Жорик приходит Жорик ремонтировать дом. Ну, найти, не знаю как. Да, да, приходят. Ты вечно его зовешь. То кран починить, то трубу в печке почистить. И все время, когда отца нет дома. О. Да. Папа пытался возражать, но она же на него криком давит. А он мне сколько раз жаловался. Слушайте, это... Молодец. А на меня это что-то Евгения пытается... Это Евгения Петровна всех уже с панталыку сбила. Я хочу вызвать свидетеля. Георгия Анютина, пожалуйста, если можно. Да, явился так... в суд Анютин Георгий так это Жорик Дмитриевич. Твой. А ты на меня будешь что-то рассказывать, да? Сама там шашни крутишь. Я не кручу. Вот, я дочь, дочь даже знает. Анютин Георгий, пройдемте в зал суда. Она знает, что у тебя есть. Вот тут на меня к тебе приходит какой-то мужчина. Просто это приходит. Нормально? Ремонтировать просто дом. Просто ремонтировать. Здравствуйте, Жорик. Георгий Дмитриевич. Скажите, пожалуйста, суду, в каких вы отношениях с Натальей Валентиновной Кочкиной? С Наташкой-то? Да, работаем вместе. Она в бухгалтерии, работать. А я электриком. Но я не просто вот электрик. Я и ремонтировать все могу, и прибить, и плитку положить. Да я пол конторе нашей и ремонт еще сделал. Кое-что. И вот Наташке тоже помогал. Попросила меня, ну я что, я ей обои стал клеить. А дом-то у них с революции стоит, не ремонтировавшийся. Я обои от старые отрываю, а там газеты за 20-е года. Вот такой коридор у них. И дом-то весь, он близко к реке стоит, в центре Плёса, он весь в плесени, в сырости. Тяжелая работа была. Ну, помимо вашей строительной работы, вот муж и дочь Натальи Валентиновны утверждают, что у вас любовная связь. Ну, да, есть маленькая. О, Жорик! Ты что, с ума сошел? Не, ну как ты глаза залил, что ли, с утра? Любовная связь, она не какая может быть связь? Маленькая или не какая маленькая. Связь? Мы что, работаем? Что, мы работаем вместе, да, и спим что? Вместе. Где вот спим? Спите? Когда спим? Да везде спим, везде. Где везде? Ну, где? Что ты что пристала? Где мне сказали, там и везде. Кто тебе сказал? Уж не Евгения ли Петровна тебе сказала об этом? Какая такая Петровна? Секретарша, что ли, с бухгалтерии? Ты давай мне не крути. Не знаешь, что ли? Она, ты ей ходил, плитку ложил, Евгения Петровна. Это она тебя подговорила в суду наврать? Что у нас с тобой связь? Да ничего я не вру. Я тебе ремонт делал, а денег почти не взял. Только за материалы. А стал бы я тебе так мало денег брать, если бы роман у нас вот не было? Скажи, пожалуйста, ты же мне говорил, что не к спеху, что можно потом, после получки. Ну, говорил, а ты что, девочка, что так, ли? Давай, я тебе сейчас переведу деньги. Ты сам сказал. Не обязательно. Что...
Обязательно. Ты сказал, что перевести можно позже. Вот я переведу сейчас. Придумывай, что же. Вот, пожалуйста, получи. Ну, так, простите, ладно. У вас действительно роман? Или вас попросили, так сказать? Вы не имеете права лгать в суде. Вы же это прекрасно понимаете. Понимаю, Ваша честь. Ну да, попросили. Ага, просто, я так и знала. Просто, понимаете, у меня документы в реестре зависли на мамкину хату. А она говорит, Петровна, Жорик, все в лучшем виде сделаю. Ты только скажи, что у вас с Наташкой роман был. Шуры-муры, так сказать. Ну, а я что? Вот видите, вот видите, вот она всех подговорила. Парамонова это, и Жорика, и Кочкина, и Анфису. Всех подговорила. Она хочет нас развести. Ваша честь, я не знаю, что он несет здесь, вот этот Жорик, но Евгения Петровна, я не дам ее оскорблять, да, она очень человек воспитанный, образованный, и я не поверю, что она вот просто человек уже признался. Будет подговаривать на что-то. Давайте вызовем Евгению Петровну, она здесь сегодня давайте пришла. Давайте вызовем, и у суда подтвердить. Тоже к ней вопросы есть. Если такое лжесвидетельствование и подкуп идет, подкуп свидетелей. Парамонову Евгению Петровну приглашаем сейчас, в зал. Сейчас все расскажем. Да, сейчас узнаешь. Да. Ко мне домой ходишь. Парамонова Евгения Петровна, да? Пройдемте в зал сюда. Как совесть, значит, у тебя совесть. Да. Сейчас все. Здравствуйте, Евгения Петровна. Здравствуйте. Евгения Петровна, пожалуйста, сообщите суду, в каких отношениях вы состоите с Юрием Ильичем? С Юрием мы добрые друзья. Познакомились мы совершенно случайно. Дело в том, что я по службе была в их районе как раз и увидела интересного мужчину, который направлял авиамодели направлял. И почему-то у меня нахлынули твои воспоминания. Это лето, жара, парки, вот такие ностальгия. И я, конечно же, подошла познакомиться, мы познакомились, пообщались, и оказалось, что Юра глубокой души человек, но он совершенно недооцененный, он гений. Он гений. Да ладно, не надо, Евгений. Ой, а Кочкин-то воспарил от счастья. Да. Ты же меня потолок, не воспаряешь. Потолок вон, не пробей головой. Не пробью, не переживай. На самом деле, да, он на самом деле гений просто, но недооцененный. Семья его совершенно не ценит. Дом принадлежит Юрию принадлежит. И дело в том, что полностью исключительное право собственности это Юрина. А вы, кстати, дамочка, езжайте, пожалуйста, где вы там, в Костроме у вас? По месту регистрации к своей мамочке в Кострому. Здесь всем без вас будет лучше и да. Анфисе, и Юрочке. Да. А особенно лучше будет тебе. Ты же уже поди чемоданы собрала. Переехать уже к Юре собралась охмурять. Что не так? Успокойтесь. Я спокойно. Я никого не собираюсь охмурять. Ну, конечно, если Юра сам сделает первый шаг, я не буду против, я к этому готова. Но, Ваша честь, я не против. Если она согласится стать моей супругой, я буду только счастлив. Кочкин, хотя... ты балбес! Нафиг ты ей нужен? Ей дом твой нужен, да какой дом? А не что ты? Ты мелешь, а? Дом? О чем вы? А дом? У меня есть своя квартира, чтобы вы понимали. Видимо, у меня не есть хватает. Своя квартира. А вот этот дом ваш, избушка, вы видели, Ваша честь? Это избушка на курьих ножках, этот дом никому не нужен. Не из-за дома, из-за участка. Да, абсолютно верно, потому что она работает в Росреестре. И мужика этого притащила с Москвы, архитектора. Смотрели они участок, показывала она ему. Да, они хотят его заполучить, поэтому она Юрика и охмуряет дурачка. Евгения Петровна, это точно? Это ваш мужчина, что ли? Конечно. Юрочка, кого вы слушаете вообще? Сергей Матвеевич – это мой старинный друг, товарищ. Я ему, кстати, рассказала о вашем увлечении, он поэтому загорелся, прилетел сюда посмотреть всю эту историю. Вот и все. Какой участок? Извините, пожалуйста, вот у меня вопрос. А что у вас за участок? Он какой-то особенный? Да, дом он какой-то особенный. Да, особенный. Он находится в центре Плюса, 50 соток. Достался Юре по наследству от прабабки. Исторической ценности. Прабабка была революционеркой и, значит, активной. И он охранялся постоянно, этот участок, и сохранился до сих пор. И вот эта вот дамочка вместе со своим ухажером, архитектором, они его приметили и хотят на его месте дом снести, а на участке построить мини-гостиницу. Поэтому какую вот этого глупенького Буратино они хотят развести.
Какую гостиницу? Какую? Не гостиницу. Сейчас внутренний туризм, моде. Я тебе даже ссылочку могу дать, потому какой что уже бизнес-проект я есть, знаю, в интернете. И визуализация есть. Вот, я тебе вышлю ссылочку. Телефончики. Ну, я не знаю, что там. Я не имею к этому никакого причастия. Просто так с ним приехала. Просто так это приехала. Это мой старинный друг товарищ. Это действительно, это мой участок. Конечно, твой. Евгения вот Петровна, так вам что, участок простите, мой интересен? Простите, а уважаемые господа, пожалуйста, поясните суду, потому что вы между собой переговариваетесь, но у нас судебный процесс. Она приехала вместе с этим архитектором, и пока этот дурачок показывал этому архитектору свои авиамодели, самолетики, этот архитектор наглаживал Женечку по заднице. Вот. Какой ужас. Что, не так, что ли, было? А, кстати, она тебе не предлагала еще переезд, а, Юрик? Предлагала. О! Кстати, она говорила, что у нас сыро очень, и мне это очень вредно для легких. И предлагала переехать в ее квартиру в поселке кирпичного завода. Вот-вот, в пятиэтажке на Выселках. Потом захапай твою землю, построй там свой бизнес, этот мини-гостиницу, а ты бы там зачах в ее квартире. Вот этот был ее план. Это Юра, Евгения открой Петровна, глаза. Это действительно Юра. Так? Юра, ну ты просто дурак. Ты понимаешь, что это золотое дно. Ты сидишь на этих 50 сотках, как сыч, и ничего не делаешь. Ну и сиди, простая вот бурьяна. Вот как заговорила, да? Ну то есть действительно бурьяна. Тебе нужен был участок, а не я? Да ты не понимаешь, что с этим можно сделать. Да. Я не позволю на моем участке делать какой-то отель и какой-то туризм. Все, точка. Ну живи своей в развалюхе тогда. Не легковерный ли вы человек? Не пропустили ли вы чего-то? Продолжаете ли вы настаивать на разводе? Не хотите ли вы поблагодарить эту женщину, что она не дала вашему наследству утечь в руки мошенников? Да, ваша честь. Я, наверное, действительно очень какой-то легкий человек. Меня очень разочаровала Евгения Петровна. Наташ, я дико извиняюсь. Действительно, я был неправ, а ты была права во всем и хотела мне открыть глаза. Я просто дурак, не видел этого. Ну, прости меня, ты пожалуйста. Прозрел, Юра, ваша честь, наконец. Я хочу отозвать иск о разводе, если это возможно. Я передумал разводиться. Я не хочу. Наташа действительно за меня борется и борется за наше состояние, за нашу семью. Не так, как эти люди хотят меня подставить. Я против развода. Пожалуйста. Суд удаляется для вынесения определения. Далее в программе. Ваша честь, мне кажется, это несправедливо. Ведь по закону, когда женщина беременна, муж не имеет права с ней развестись. А почему закон не действует так же в отношении мужчин? Когда 2,5 года назад Марина выходила замуж за Валентина Краснова, она считала, что вытащила счастливый билет. Семья Валентина живет в центре Москвы в 6-комнатной квартире. Правда, квартира эта принадлежит дяде Валентина, композитору с барскими замашками, и все члены семьи у него в услужении. Не желая становиться прислугой, Марина подает на развод. Да, Анфиса, не думал, что ты даже... Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Судебное заседание объявляется закрытым. Ой, ну наконец-то. Ну, слушайте, мы, Евгения Петровна, еще будем разбираться в интернете, что это за проект на моем участке. Юрий, ты не понимаешь, да, что ты отказываешься? Мы можем даже вот судить услуги. Я против ничего. Мы я сказал, можем не сделать. Твоя дочь нарушает совершенно правильно. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Красновой Марины Витальевны к Краснову Валентину Андреевичу о расторжении брака.
Ответчик Краснов на развод не согласен. В зарегистрированном браке 2,5 года, детей нет. Имущественных споров между вами также не имеется. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, вот есть в суде сведения, что вы сейчас беременны? Да, да, я беременна на 4-м месяце. Угу. Скажите, вы почему хотите именно в это время расторгать брак? Я прошу развода из-за дяди мужа. Его зовут Сергей Сергеевич Савельев, ему 55 лет. Он очень богатый человек, композитор. У него 6-комнатная квартира в центре Москвы, и он ходит как барин, а муж со свекровью у него в качестве прислуги. И их это устраивает, а меня нет. Бывшая жена моего мужа, Регина, она тоже не уживалась в этой квартире и сбежала. Нет, поначалу мне все нравилось. Простите, вы все в одной квартире, что ли, проживаете, получается? Ну, сейчас, да. Поясните суду, чтобы было понятно. Вот да, подробности вашей жизни, как вы познакомились, как вы стали жить вместе, почему в вашу жизнь попал вот человек, этот дядя? Ну, все по порядку. Вот у него 6-комнатная квартира, мы все там живем. Мне сначала это очень нравилось. Мы живем в центре Москвы, в центре столицы. Но я не знала, в какой ад я попала. И почему прошу развода именно из-за дяди? Это просто ужасный человек. Он ведет так, как ему заблагорассудится. У него нет авторитетов. Дома постоянные тусовки. Он собирает в квартире там, каких-то творческих людей. Постоянно в квартире накурено, все пьют. Ну, я это раньше могла терпеть, но сейчас я беременна, а мне житья нет никакого. Ну, это его квартира, это понятно, что он в ней ведет себя так, как он считает нужным. Но мы все там живем. Скажите, вы пытались с мужем поговорить об этом, со свекровью, как-то решить вопрос? Может быть, вам съехать? Ну, действительно, вы беременная, вам курящие компании совершенно не нужны сейчас. Да, я просила мужа, у нас был разговор, он не хочет. Я ему предлагала снять квартиру, съехать оттуда, снять квартиру, но он не хочет. Он говорит, мне жалко деньги на ветер бросать, которых и так нифига нет. А ребенка больного ему не жалко? Нет. Если от курящих компаний у ребенка возникнут какие-то заболевания, да, еще ему вот жалко денег, здесь все строится на деньгах. В итоге он сказал, что он не хочет, он остается там, и он не хочет ехать к себе на родину в Смоленск. У них там есть однокомнатная квартира с матерью, но не в городе, а в небольшом поселке. Но, естественно, за 5 лет жизни с дядей он не хочет ничего менять. Ну и в итоге я решила развестись, уехать к матери в Новосибирск и родить там. Будем с ней вместе с ребенком следить там дальше, посмотрим, что будет. А муж пусть дальше своему дяде прислуживает. Валентин Андреевич, суд, конечно, понимает, что условия в 6-комнатной квартире хорошие, но во время беременности супруги, может быть, пойти ей навстречу? Почему вы хотите только вот расторжением брака вопрос решать? Я люблю Марину, поэтому разводиться не хочу. И, понятно, она сгущает краски, рассказывая басни. Про то, что там компании собираются? Она ужасные басни рассказывает про дядю Сержа. Я не вижу в этом ничего ужасного. У моей жены сейчас беременность. А женщины, когда беременны, многим понятно, часто кукуха едут. И вот с моей женой... С нами грех кукуха не поехать. Ну, вам-то виднее, да, во время беременности-то. Пусть она сначала родит, потом все на место станет. А ведь ее раньше все устраивало. Марина работала медсестрой после колледжа у себя в Новосибирске, в районной поликлинике. Потом поехала в Москву, устроилась в частную клинику на заработки. Ставила капельницы клиентам, которые не могли выйти из запоя. Однажды приехала к нам, прокапывала дядю Сержа, которому нужно было срочно привести себя в порядок. Вот так мы и познакомились. Ему нужно было ехать, договариваться с иностранцами о написании контракта музыки к компьютерной игре. Вернее, это мама мне посоветовала обратить внимание на эту девушку. Марина жила на окраине Москвы. Она снимала комнату в коммуналке. И спустя 4 месяца нашего общения
Я предложил ей пожениться, и она понимала, как мы живем прекрасно. Поэтому мне сейчас ее претензии абсолютно непонятны. Ну так и дай мне развод тогда, если ты не можешь сделать так, как мне хочется. Я понимаю то, что если бы ты не была беременна, тогда бы я еще подумал. Но ты носишь моего ребенка, поэтому я тебе развода не дам. Да тебя никто и не спрашивает. Ваша честь, мне кажется, это несправедливо. Ведь по закону, когда женщина беременна, муж не имеет права с ней развестись. А почему закон не действует так же в отношении мужчин? Ведь это не только ее ребенок, но и мой. Я тоже имею право смотреть, как растет животик у жены, как развивается ребенок, делает первые шаги. Поэтому о разводе и речь не имеет, ну, не стоит заводить. Позовите, пожалуйста, мою маму. Может быть, она, как женщина моей супруги, мозги на место вправит. Ну хорошо, ваша мать Краснова Раиса Сергеевна проживает вместе с вами. Конечно же, суду будет интересно ее выслушать. Будьте добры, Краснову приглашаем в зал. Краснова Раиса Сергеевна, пройдемте в зал сюда. Не буду я ни о чем думать, я уже все решила. Здравствуйте, Раиса Сергеевна. Здравствуйте. Раиса Сергеевна, суду интересно ваше мнение. Вы проживаете вместе с сыном и невесткой. Ваша невестка беременна, но сейчас хочет уйти, потому что, говорит, условия в квартире для меня невыносимые, мне так тяжело. А вы как считаете, стоит ли сохранять брак? Ой, ваша честь... Я не знаю, какая муха укусила мою невестку, но я вас очень прошу, не разводите их, пожалуйста, не разводите. Я так хочу внуков. И сын мой тоже всегда очень хотел ребенка. У него вот с первой женой, с Региной, не получилось. Они 5 лет были женаты, но вот не было беременности, поэтому и развелись. Женился на Марине, и тоже 2 года ничего не получалось. И я уже, знаете, даже вот уже боялась, что, может быть, действительно с ним что-то не так. Надо обратиться к врачу, там, анализы сделать. И тут радость такая, она беременная. И заявляет, я хочу развестись. Я понимаю, может быть, это как бы беременность, токсикоз, гормоны, и потом родить все нормально будет, но у меня прямо сердце не на месте. Я даже сюда пришла, напилась таблеток, вот еле стою. А ваш сын с первой супругой развелся из-за того, что у них детей не было, да? Да, да, то есть они очень хотели... То есть он очень ждет ребенка, конечно, от конечно. Марии, он хорошо. Он хороший мальчик, он правильный мальчик. Ну вот смотрите, Мария говорит, что очень тяжело жить с вашим братом. Он курит, компании приглашает, шумно. Ей тяжело в такой обстановке находиться. Она боится, что табачный дым повлияет на здоровье ребенка. И несколько раз и вам говорила, и мужу говорила. Вы не можете пойти ей навстречу. Ну вот она, куда-то ей деться надо. Я понимаю. Она уезжает из-за этого к своим родителям. Вполне понятная ситуация. Я понимаю, но вы меня тоже поймите, потому что мой брат Серж, он просто благодетель наш. Он нам очень помог, мы у него живем все. Причем живем ведь очень хорошо. Это центр Москвы, шикарная квартира. Да, много чего он стоит. Много что для нас делает. Я, допустим, вот по дому работаю, там прибираюсь, готовлю. Так он мне за это доплачивает. Сына взял на работу личным водителем. У нас теперь и иномарка есть. Нам не нужно и даже денег никаких тратить ни на жилье, ни на коммуналку. Ее на Марине предлагал работу. Она ведь медработник, то есть она могла бы массаж ему делать, капельницы ставить. У нее рука очень легкая. Она не хочет, но это с ее стороны просто хамство, я считаю. Да сейчас, я прислугой быть не нанималась. Ну, подожди, ну ты же своей нарколечебнице тоже не директором была, а тоже так же алкоголиков капала. Поэтому, как бы, мне кажется, ты просто... А ваш брат алкоголик? Нет, ну, в наркологической клинике, где она работала. Я поняла, вашему брату нужны капельницы. Выводить его из запоя? Ну, он творческий человек, иногда у него случается, но это редко бывает. Понимаете, дело в том, что ребенок дышит через легкие своей мамы. И когда идет развитие сейчас ребенка, то весь дым, который излучает ваш брат, тем не менее, попадает ребенку. Ваша честь, я не хотела говорить, но, видимо, придется. Этот дядя Серж, он сексуально озабоченный. Он проходу никому не дает. И даже первой жене моего мужа тоже. Вот она избежала.
Я прошу пригласить Регину сюда, моим свидетелем. Пусть кто она расскажет. Кто такая Регина? Регина – первая жена моего мужа. А, Регина Светлова. Да. По ходатайству истца приглашается Регина Светлова. Светлова Регина? Да. Пройдемте в зал суда. У меня есть доказательства. Здравствуйте. Вы Светлова Регина Егоровна. Да, все верно. Вы являетесь первой женой Валентина Андреевича. Да, все верно. У вас уже брак расторгнут давно. Суд интересует, по какой причине вы расстались со своим супругом? Ваша честь, я поддерживаю Марину. Дядя Серж всегда вел себя неадекватно, постоянно пьянствовал. И помимо этого еще и приставал ко мне. Прижать мог, белье мое стащить, а муж никаких вообще мер не принимал. А вы говорили об этом мужу? Да, конечно, неоднократно. Что вот именно он вас прижимает и сексуально домогается, и тем не менее муж никак не прореагировал? Нет, он говорил, что это у дяди шутки такие. А, у дяди шутки такие. Тоже хорошо. И вы решили из-за таких шуток, не выдержав, расстаться с супругом и уйти из этой семьи? Ваша честь, не только за этого, но и за того, что у нас с Валентином не было детей. А я очень хотела ребенка. Он мне всегда говорил, что проблема во мне, а с ним все в порядке. Но я сходила, проверилась, сдала анализы, и у меня анализы все были нормальные. А вот Валентина провериться я так и не убедила. Он говорил, что для него это унизительно, и он себе уверен. И от него в юности одна девчонка аборт сделала. А на мои, соответственно, разговоры, что со мной все в порядке, он говорил, что врачи идиоты, ничего не понимают. И, но, тем не менее, сам к врачам не пошел. Да, а вас спасла. Да, и все наши разговоры, как всегда, заканчивались ссорами. Но я встретила другого мужчину, сразу от него родила и с мужем развелась. Раз мы вот к этому всему пришли, я скажу правду. Дело в том, что ребенок не от мужа, а от его дяди. Как? И теперь я не могу смотреть в глаза своему мужу. Ужас какой! Это вышло случайно. Мы с мужем легли спать. А перед этим много выпили с дядей и его гостями. И потом свекровь позвала мужа и попросила пойти с ней в аптеку. Ну, там срочные какие-то таблетки нужны были. Было такое, да. И я уснула сразу же после того, как муж ушел. А проснулась от того, что чувствую, что со мной кто-то сексом занимается. А это оказался не муж, а дядя. Ой. Ну и когда он все это сделал, он мне сказал, чтобы я молчала и делала вид, как будто ничего не было. Мол, сестра с племянником все равно никуда не уедут, они мне дальше будут прислуживать, как и прислуживали, а тебя сожрут. Ну и вот, когда он вернулся, мой муж, он сказал, что они там ходили в дальнюю аптеку, потому что не было тех таблеток, которые ей нужны были, и он ни о чем не догадался. А я спустя некоторое время поняла, что я беременна и хотела это скрыть, но совесть не позволяет. Скажите, пожалуйста, а дядя до вас потом домогался опять? Приставал к вам потом еще? Нет, нет. Он на следующий день сказал, что его бес попутал, и он просто... Валентин, когда ушел, он дверь не закрыл. Ваша честь, я прошу позвать дядю Сержа. Пусть он расскажет то, что это все не так, то, что моя жена наговаривает. Ну, мы сначала супругу вашу до конца выслушаем, потом дядю вашу пригласим. Спасибо. То есть дядя считает, что тоже он тогда выпил излишний алкоголь и тоже его попутал. Он увидел меня спящую, и просто из-за алкоголя у него снесло крышу. Понятно. То есть последствий больше он сказал, вам что не больше приставал. Такого не повторится. И чувствует себя виноватым. Но, тем не менее, вы уверены, что ребенок – это его ребенок, да? Хорошо. Савельев Сергей Сергеевич, ваш дядя ответчика, приглашаем в зал. Савельев Сергей Сергеевич, да. Пройдемте в зал сюда. Серж, моя жена говорит то, что ты переспал с ней против ее воли. Это не совсем так. Что значит не совсем? Вы подтверждаете сексуальный контакт с женой вашего племянника? Рай, я вынужден сказать, как дело было. Я не хочу, чтобы потом мое имя трепали на всякой желтой прессе, таскали по судам. Я все рассказывать буду. Ну, говорите, вы уже в суде. Как знаешь, я
В общем так, это моя сестра уговорила меня переспать с ее снохой. Простите, покомментируйте. Она просила сделать им ребенка. Потому что Рая давно знает, что сын ее бесплоден. ЭКО с чужим биоматериалом она не хотела, а со мной другое дело, своя кровь. Рая сказала, что и со снохой она договорилась. Только вот Марина, девушка скромная, стеснительная, и хочет все обставить так, будто это случайно вышло. Ну, типа она одна осталась в комнате спящая, а я ее увидел, и у меня усы задымились, и я не утерпел. То есть алкогольного зачатия не было? Я согласился помочь. Очень уж сестра меня уговаривала. Сильно внуков хотела. Я и согласился. Все вышло, как сестра и говорила. Вот только Марина во время секса проснулась. Но она меня не оттолкнула. Нам было хорошо. Так ведь все было, да, Мариночка? Ну, вообще, да, я понимала, что происходит, и не смогла остановиться. Ну, понимаете, он мне уже начал нравиться. Такой моложавый, активный, интеллигентный. И я в ту ночь подумала, что это мой шанс. Да я сама хотела ребенка от него родить. Ну, дядя Серж, он мужчина не из бедных. У него одна квартира 800 миллионов стоит. Ну и когда это все начало происходить, я подумала, ну что тут теряться? Ну и тем более, как мужчина, он очень даже неплох. Ну точно не хуже, чем мой муженек. А я, между прочим, очень рада, что именно мой ребенок будет богатым наследником, а муж со свекровью останутся не при делах. Вот видишь, я же говорил, не нужно было этого всего с наследством затевать. А ты надо. Кто же знал, что она такой ушлая кажется? Это думал, что он тупая, как палинок сибирский. Что скажи, кто им сделает? Ну вот все, вот как ты говорила, все говорила. Я расскажу вся эта история с моей подачи. Я сестру практически не знал. У нас с ней отец один, а матери разные. Когда наш отец оставил свою первую жену, Раисе, 2 года было. Когда моя мать с отцом умерли, я про нее вспомнил, вызвал к себе. Но вот только стало мне казаться, что сестра с племянником очень алчные, жадные, да денежек охочие и могут быть опасными. Тогда я решил их проверить. Я сказал, что у меня неизлечимая болезнь, и жить мне осталось 7 лет. И что я завещание написал. Рая с племянником по 1 000 000 рублей. А все остальное, включая авторские выплаты, фонд помощи бездомным животным. Понятно, что я все это выдумал. Шутки ради, ну такой вот я веселый человек. Я люблю себя интеллектуально развлечь. Хотел понаблюдать за сестрой и племянником. И результат превзошел все мои ожидания. Вот пусть Регина, первая жена Валентина, вот расскажет, на что ее подбивала моя сестра, чтоб лапу наложить на мое наследство. А? Ваша честь, да, действительно, бывшая свекровь попросила меня соблазнить Сергея Сергеевича и родить от него ребенка. А когда я рожу, надо будет сделать тест на отцовство и признать Савельича отцом. Ведь тогда ребенок будет вне зависимости от завещания наследником. Да. Я, если честно, обалдела. Я спросила у свекрови, а как же Валентин? Она мне ответила, а пусть сын думает, что ты от него забеременела. А когда ребенок родится, мы сделаем тест на отцовство и... Когда уже Валентин поймет, что ребенок... А с сыном как-нибудь мы сами потом договоримся. Да. Соответственно, я, конечно же, стала говорить об этом Валентину, на что он мне говорит, не ври, мать не могла такого предложить. И, как всегда, все наши разговоры заканчивались ссорами, и в конце концов все рухнуло. И, конечно, после этой ситуации, когда Валентин очень быстро женился, я подумала то, что как бы новая жена, у них такой план с мамой, чтобы новая жена родила от Савельева ребенка.
Я нашла Марину и все ей рассказала, в какую семью она попала. И Регина попала в точку, потому что когда мы с ней об этом поговорили, свекровь мне уже начала говорить о том, что Валентин бесплоден, и у нее есть план, как вроде бы и ребенком обзавестись, и брата ее на деньги кинуть. Мне так противно это все стало, что я пошла и сама все Сергею рассказала. Да. Марина Витальевна, вот скажите, вы молодая, очень красивая девушка. У вас все впереди. Вот зачем вам это надо? Почему вы не находите в жизни другого способа хорошо устроить свою жизнь, как только переспать с дядей своего мужа? Так а не я это все же начала. Все это было с подачи свекрови. Ну какая разница, с чьей подачи? Мало ли кто что вам предлагает. У вас своя голова на плечах. Вы можете реализоваться профессионально, вы можете в конце концов расстаться с этим супругом, найти себе другого мужчину, который даст вам соответствующий уровень жизни. Но не таким же образом. У нас с Сергеем появились чувства. Потом мне он вот в процессе понравился. И я решила, что это мой шанс, я хочу вот так. Простите, то есть вы влюбились в дядю своего супруга? Да? И вы хотите быть вместе с ним? Да. А он-то это знает? Знает. Потому что, судя по тому, что вот сейчас Сергей Сергеевич нам говорит, он как-то вас не очень планирует. Или я ошибаюсь, Сергей? Ваша честь, я устал от разгульной жизни. Мне бы уже пора остепениться, мне 55 лет, а я все порхаю. Хочется уже на покой. Вот давно уже думаю о семье, о наследниках, вот да, и жизнь. Да, с ребенком-то с маленьким вам сейчас как раз будет покой, ну, и тишь да благодать. И жизнь вот связала меня с Маришей, вот я с ней вижу свое будущее. Понятно. Я ее люблю, а вас, родственнички, я боли не задерживаю. Вперед, спасибо, родной Смоленск спасибо. Ждет. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд разъясняет, что удовлетворил иск о разводе, заявленный беременной супругой, потому что по инициативе супруги закон допускает расторжение брака и во время беременности жены, и в течение года после рождения ребенка. Ограничение на расторжение брака в данный период распространяется только на инициативу мужчины. Это, Валентин Андреевич, о том, что вы желаете остаться с ребенком и с супругой. Тем не менее, в судебном заседании мы выяснили, что ребенок вашего дяди, а не ваш. Я думаю, что вы сейчас мнение свое изменили. Вам решение суда понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо. Поздравляю. Заседание закрыто, прошу покинуть зал суда. Спасибо, братик, спасибо. Ничего, сестра, огонек костра. Ничего, время все рассудит, это еще тебе покажет, где раки зимуют.